Жителям областного центра предлагают отказаться на сутки от личных автомобилей, а также от маршрутных такси и автобусов. Курск, Москва, Нижний Новгород и Белгород в этом году присоединились ко Всемирному дню без автомобиля. В нашем городе, правда, праздник назвали «Днем на электротранспорте». Парк последних, кстати, обновлен больше, чем на 50%. Так что дорога до работы или места учебы будет комфортно, обещает глава городской администрации. В городе у нас 152 тысячи автомобилей. Парк частного автомобиля растет. А как говорят из научных исследований, что каждый автомобиль выбрасывает где-то в атмосферу полтонны веществ, отработанных веществ. Представляете, полтонны. И, конечно, это засоряет окружающую среду. Николай Овчаров признался, на работу ходит пешком. Но часть деловых поездок 16 сентября совершит на троллейбусе. Его примеру последуют и многие чиновники. Кстати, билеты, по которым 16 сентября куряне проедут на электротранспорте, абсолютно все окажутся счастливыми. Во многих супермаркетах по ним на продукты будет предоставлена скидка.